Мы уже сделали ее. Кто умеет в порталах плюс, поставьте в порталах ходить. Макгрегора, я думаю, в танк. Макгрегор танка. Кралька, наверное, тоже в портал. Смарт-килл. Верно, да, вот так. Экстримка пойдет вместо смарт-килла. Значит так, давайте-ка для комнаты. После того, как убиваем обо всех там череп, ты даешь ауру скорости, мы бежим к мозгу. Третья пати налево идет, четвертая пати направо. Также выходим по порталам. Третья налево, четвертая направо. В каждой пати есть по ШП. То есть, если вы видите, что все жопа, по хилу, гим на отхил сразу. Жаль, что у нас нету совы. Так было бы еще БР. Нет. Спокойствие и звездопад. Так. Теперь поочередно кто как заходит. Третья пати. Алекс, первый портал, второй Хилика, третий Кралька, четвертый Числави, пятый Филипец. Справа Баланар. Первый портал. Хотя нет, давайте Гутербол. Первый портал справа. Баланар второй, Леголас третий. Экстримка четвертый, Капарсиен пятый. Это что по порталам? Если повезет, два портала переведем. Теперь первая фаза. Три танка. Макгрегор, Войд, Беллин. Все милики бьют тоже этих мобов, но появляется на ком-то дебаф. Я помню, как называется. Просто вам говорю, выйти в РДД зону, вы выходите. Если вы не выходите, этот дебаф наносит урон ближайшим игрокам. И, короче, вайпаемся мы. Что там еще? РТД бейте большого, бля, большое щупальце, приоритет, милики мел. На второй фазе появится Сара, Бигли, Валькирии, тогда я поцелуешь. Макгрегор тут. Я релогуюсь, врубала трипер. Всем привет, здорово. Привет. Так, наверное, калк ДД. У тебя как-то много маны. 19 тысяч или мне кажется? 9. Аэртроп готов. Дайте лапу, пристабав. Давайте фулбав. Стоим во мне в Анриксе. Бьем меточки. Аэртроп готов. Ты говорил, что люди, на которых будет рвение, должны выбегать из мелизона. Да, еще кто будет слакать, не ролит голову. Вообще, приоритет ролит тем, кто долго ходил с нами во льду, не первый раз. Чек на пул. Пупар готов. Цель пошли. Каску по крестам. Метку поставь. Хотите гнев и ненависть против его прислужников? Кидальный возьму у рейдиктора. Бездубин. Ни в чем в РДД зоне. В жопе.
изготовляем. Так, забейте. Жоп берем. Фавел, поднимай ничома, смарткил в РДД-зону. Пикти сразу ничома. Захилово. Звездой. Бафы по ничому. Калк, выйди в РДД-зону быстрее. Я выберу, который возьму. Звезду, потом прыжок. Квадрат. Павел, выйди в РДД-зону. Павел, быстрее. Добивайте быстрее квадрат и потом еще одного моба, звездочку. Так, ну все, убили. Теперь милики мелкие, щупальца, РДД большое, с пактом сбегаемся, как на лане. Там будет связующая между вами ленточка. Черепа отбегаем. Кого хватает щупальца, вы можете себя хилить. Касается шаманов, крестов. Маги могут прожать щит маны. Щупальца РДД бьем. Большое забагано. Забагалось. Просто не подходите к нему. Отбегайте от лучей, забыл сказать. Они двигаются, отбежали. Леголас, Фога, сбегаемся. Клипец, блин. Ваня, нафиг. Скоро порталы будут. Там не елка, надо целовать. От черепа, черепа отбегаем. От черепа отбежали. Видите череп? Он передает фир. Ближнему игроку отбежали. Меня схватило в мелком щупальце, играйте. Беги, подбеги, к порталам надо будет сейчас. Идем к порталам сейчас. Пэйл, молодец, занял мой портал. Красава. Играйте. А нет, это не фейл. Щупальцем быстрее играйте. Леголас, Филиппец, где вы зашли, нет? Леголаз, не вижу тебя. Заходите в портал, ничем, заходите в портал. Портал зашли. А что, большие щупальцы не бьем? Бьют, бьют. Никто не бьет щупальцы. Третья пати налево, четвертая направо. Блять, какого хуя вы не зашли? Сука. Вышли, вышли. Выходим. Пару секунд осталось. Подымай Леголаса. Где он там лежит? Фога, подымай. Другое бей. Бейте другое. Милики отошли, щупальцы. Милики отошли. Физифилакс, блядь. На вас орать надо. Милики не бьют большие щупальца, когда они двигаются. Дос. Алшотуют. Так, я сбегаюсь к тебе. Сейчас портал будет. Портал займите, я в щупальце. Сорян. Занимай первый слева. Портал займите, я в щупальце. Ничем, занимай левый портал. Килика, хилься. Зачем вы мой портал заняли? Блин, как охуево бьете. Бутерброд тоже бей. А, важно, важно. И больших щупальц у нас. Не знаю, что мы будем делать. Ходите. Выходим. Выходим. Сразу больше щупальц, бейтесь. Пошли в щупальцы играть. Звездочку. Ну, первая забагалась, блин. Чё, молодец. Играйте мне, Чёма. Черепа. Подходим. Забегаем в порталы.
Или не успевают. У тебя 20 здравомыслений, проебись там. От черепков отвернись, лучше не побей. Скорость включи. Скорость где? Хант. Да. Останемся до конца. Хотя бы разгуляющий. Что дебаты будут порой. Выходим. Отвернулись от рейда. Нельзя его убить, оно багнуто, ты понимаешь? Это маленькое. А что ты там сказал? Отвернулись. Есть еще БР? Бьем. Взгляд отвернулись. Пок, ты потратил БР? Взгляд отвернулись. Поставить корни будет. Отвернулись. Сюда их отводите к цепи поближе. Пока не босс начнет хилить. Отвернулись. Давай, Макгрегор, войск. Пускай там потусуется. Вон там два моба. Отвернулись. А, теперь ДБМ на безумце правильно работает у меня. Теперь вижу. Через 5 секунд опять будет эта херня. Через 2 секунды уже отвернулись. Отворачивайтесь опять. Вот, тоже анимации не было сейчас. Ну, он орал что-то. Опять будет взгляд. Отворачивайтесь. Сейчас, давайте старайтесь сильнее бить. Сейчас, давай. Отвечайте. Отворачивайтесь. Да и войско, короче. Там обхилок много на этом висит. Отворачивайтесь. Близко нельзя, потому что подводить. Блин, ты бегай от них, не стой на месте, ты от них бегать должен. Мобов отведите, танки. Капец, блин. Не веди его к боссу, ебаный в рот, он хилит босса больше. Сливайте звезду, гимн отхил даем. Вячеславия, подойди сюда подальше, дай войско. Поворачивайтесь. А чего они не могли отвезти, что ли? Мобов заберите. Все пизда. Ну такое что-то. А че вы стали мобов подводить к боссу? Кто вам это объяснял? Не знаю. Смотри, блин, ты их у двери должен водить. Входа в эту комнату. Бегаешь так влево-вправо, стараешься лицом к, не к выходу смотреть, не на босса. Давай ни к чему, вместо Филипса пойдет в пятый портал слева. Пошли. Ну сейчас убьем. В принципе ничего сложного. Просто еще щупальца забагалось, этот не выбежал, тот упал. Сам по-моему сейчас. Ты же не ходишь в комнату.
остаются, действительно нихуя не делают. Чего вы, блядь, не делаете нихуя, если тут два мага остается, два ханта остается. Чего вы не бьете больших слизней на этих больших щупальц? Там одно было забагано, это правда. Там их три было забагано, или два. Удушающие, маленькие, вот эти. Маленькие могут быть больше щупальца, когда третья, четвертая партия в комнате. Тогда это щупальца, она забагана. Это можно понять, ну, в смысле, она не двигается, она черная. И тогда она двигается, к нему не надо подходить, потому что получаете урон вот это хлопка. Бога, давай, готовься. Леголас, а чё ты не даешь дух стаи в комнате, когда мы убили этих... Блядь, щупальца, короче. Я же сказал об этом, что после того, как убиваем черепа, ты даешь дух стаи, и мы быстренько добегаем. Давайте чек. Ни к чему, слышал, ты в комнату идешь, в пятый портал слева. Не надо, Филиппис, не иди, бей большие щупальца. Грамм готов, Берлин готов. Сейчас я бахну. Грамм. Вот по этим лужам не надо бегать. Пошли. Мы сразимся с главарем этих извергов. Подбегайте быстрее с дебафом, Мелики. БР откатились. Там нету фуги. Везду, блин. Я далее сзади возьму фуниду. Добьем. Квадрат. Усы. Короче, числа я выйду в рейд. РД. Дальнего возьму. Печеньку сними. Танк. Что-то много. Звезду бьем. БР откатились. Ого, поднимай экстримку. Большой щупальце РД играем. Милики, не подходить к нему. Пока подними экстримку где-то. У нас по одному с этот из третьей, четвертой мертвой. Ну, Фога, ты найдешь его. От лучей отошли. От лучей отошли. Экстримка, вставай. Фейл, поднимай тщеславие. В центре лежит где-то. Дали бафы по тщеславию, экстримки, кулак, каска. Сейчас будут порталы. Тщеславия, поднимайся быстрее, поднимись. Забафы теперь, с тобой лапу дали. Интеллект. Сейчас будут порталы, готовимся. Зашли. Подписывай, чужие порталы забираете. Ты не в порталы вообще. Без портала ходишь. И... щупальца. Все большое переключились.
красный луч, сбегите. Третья пати налево, четвертая пати направо. А, ну да, кралька, да, ты заходишь, точно, я забыл. Становимся возле порталов. Сколько секунд? Еще 11. Выходим. Вышли все быстрее. Заняли опять позиции, скоро будут порталы. С пактом сбегайтесь, от черепа отбегаем, от лечи отбегаем. От черепа отбежать. Молодец, на тебя перекинулось. Побежали от лечей. Сейчас по КД будет перекидывать за череп этот ебаный. Ебаный череп, такое словосочетание. Сбежались. Краль, Филипец, заходи в портал. Заходи в портал, третий слева. От черепа отойдите. Сука, смотри, по КД перекидывается. Ну, друид. Ну отойди. Наконец-то. Ну, блядь, сука, бейте брещи, это говно. Вот удушающий разбейте и на большое все бегите. Не бейте разлагающий, потом его убьете. Освободите человека. Почему не тут человек? Лишает 25. Почему опять портал? А, все, вижу, зашел. Все большое. Когда встанешь, приведете большое бить. Сколько там надо долить? До скольких лямов? До двух? 35%, сейчас убьем. А, вы сейчас перебьете, бейте на мужика. 7 секунд. Давайте бейте. Пульса добейте. Все, выходим. Ай, блядь, щупальца. Что за хуйня, блядь? Это щас... Сука. А, отвернулись. Бьем так. Дали рост. Сейчас отворачиваться будем. Отвернулись. Смотри, как войт, блин. Бьем. Отвернулись сейчас. Возьму этого. Бьем. Уводите этих мобов подальше. Отворачиваемся. А кул там джагу эту просто. Да. Отворачивайтесь. Вот на них видишь фиолетовое говно на мобов кидается. Если их боссу подвести, он захилит босса. Отворачивайтесь. Давайте еще 3 раза отвернулся и убьем. Дальше. Еще один. Заберите моба. Отворачивайтесь. Хотелось войско набрать? Да. Давай через 5 секунд, давай, короче. 1 секунда, отворачивайтесь. Моба забираем. Давайте еще 2 раза и все. Славя, сюда подбеги на его скосетке. Отворачиваемся. Даю корни. Далеко. Добиваем босса. Добиваем. Аль, уничтожение Ксарона. Отворачивайтесь. По как дурачка. Уа! Сейчас еще голову сролись. Ай, прелестно. Ау! Держите. Отвлеку. Ролл приберегу. Колечко там тоже один. А куда это колечко? ДФБ, что ли? Какой ДФБ? Пошла. Маска Гароны. Щитник. Завоеватель.
А мы все, да? Нет, там еще босс остался. Традиционно милика, лисовая дофига. Да не лисы. Так, так, голова дается по усмотрению, но давайте я посмотрю роллы. А, ну вот копар сотку выкинул. Пойдет. Олег, а слезы будем делать? Пошли. Нет. Так не этим рейдом. Уже поздно я устал. Если кто-то хочет порядить. В гигантской кузне портуйтесь. Идем в гигантскую кузню. Убьем двух боссов и алгован попробуем просто убить. А, там на мишку не посоединиться нужно. Это демонит, просто было. Шкафа не будет. Ну, давайте я застрахую его сначала, блин. Ога, ты вроде... А, маска Гарона фейл. Держи. Нет, Резефилак, останься, добей его. Можешь, на 10 минут. Не, не делаем, просто будем. Вдруг осколок выпадет, куда было. Тебе не надо ничего на Састеркрыла, Войд? Састеркрыла нет. Ладно, все равно с умением сейчас. Я вместе. Попробуем, ну, наверное, пойдем, если никто не вернет. ДЦ есть в рейде? Аж без ДЦ попробуем. Кто запустил? Инстаграм спекни с ДД, пока есть время. Я специально спекнул, за что трэш станет. Да не, я тут просто и так уже три танка, поэтому. Завтра будет рейды собирать. Там обычки по онлайн. Манеру. Тоже по онлайн. Тоже собирай. Кому удобнее, тот и собирает. Сводите мобов, что вы в разных краях включите. Сыночь, была обычка, да? Просто сейчас не будет. Копары выйдется. Нормально. Прикольно. Вест сделал на шлем. Так, сколько? Давайте 20 секунд и последняя пушка. Босс приземлится на землю. Будем убивать его. Сразу к нам что-то там кончишь.
Подожди, не запускай. Дай добить трэш. Начинали, мне кажется. Сейчас ночью будет террас. Берет бычку. Вечер надо кому-то. Пока пойдетесь или нет? Мы уже все устали. Кто хочет, можете остаться, может соберем. Стрим кинешь, мой трейд. Ну, а 4 баба сразу заебись будет. Не надо. Ну чё, надо. Можно откинуть, кстати? Да, если откинешь, то кастится, блядь, всё. Чё, откидывай? Ну, во время каста. А сейчас как? Раздумий, да? Да, давай. Сколько магов? Я, блядь, здесь в берсу проживаю. Агро набираю. Он у меня тонкий. Да свершится воля Творца! Ковш уже не дамажит, что ли?
Мне там может. Сука, сколько попало? Два. В прошлом рейде было пять. Сука, у тебя вообще сколько? На каком порядке берет всех людей? Шесть? Четыре. Пять. У меня на шамане три, на друиде один. На Ренивале 30. На Ренивале 30. То есть, если типа, тот один собирал и ходил в рейд одновременно, Пеппер, ты и я. Было бы, наверное, 15 осколков. Где-то около того. Вот скотина. Согласен. Не взял, блин, куб. Ну, голову найдем или нет? Да, давай попробуем. Вещи надо кому-то? Дай пойти на шаман, блин. Сейчас, секунду. Толя. Просто же убиваем и все. Да. Как портал называется? Навалившись. Назад бежишь. С постовым такого роста. Спорить запросто непросто. Потанчивай, там большая лестница, чем когда я там пробегал. Не знаю, у нас такой состав, у нас ни демона нет, ни роги. Лучше бы... Там от таких ничего не зависит. Не зависит от скорости убийства звезд. Это понятно. Хотелось бы быстрее убить. Хазара, Гутербол, хилы, Фога, Калк тоже. Калк на танках будешь сидеть на Войде, Макгрегоре. У кого есть ключик? Ни у кого, да? А, я пристаможу Баларане. Че, в рейде ни у кого нету? Да, у тебя не будет ключа, тебе еще собирать там печати. Да, ты не сможешь... ...прыть. Кральк, у тебя лог в инстин? Ни у кого нету? У меня в Баларане на присте. Только давайте что... пойдем просто в ВК и все. Фриша нет. Можно. Фриш не разъебать, а двери закрыты нахуй. Че я зайду локом? Давай. А тебе там ключ? Нет, Фриш. А на меня сама нет. Только мне пати сразу. А, блин. Я же не инста. Ты все равно около инста хотя бы. Но. Ща. Не кидай ро. Так шамана не кикай.
Я ставлю метку, вы бьете звездочку по команде. От красной метки на полу отбегаем. Берлин, ты будешь держать эти звезды и закрывать дыры. Уже что-то впало, что-то рассказывать вам. Давайте на удачу убьем, попробуем. Либо кто-то может поэрелить. Вы сломаете двух антов. Сейчас. Есть такие, кто здесь первый раз? Я в десятке только был. Но там основное это зайти в черные дырки. Чтобы в них зайти, надо в них зайти и подвигаться туда-сюда. Потом, когда вы зашли... Черепец и копар у вас стоит, глиф на точку. Символ на точку есть? Да. Вот, филипец остаешься, на каждый суровый прожимаешь. Копар через одну. Ну и в этом нормально стоит. Ой, я тоже нормально. Есть мирик, а дайте портал маги. Каминно когда. Экстримка или Тщеславие, кто из вас здесь был на Алгалоне уже? Маги, дайте портал. Поможешь мне заводить эти... До доллара. Ты чё, ты кинул меня? А я думал, ты локом пойдёшь. А ну ладно, локом пойду. Получилось! Нам удалось опередить Алгалон. Может, нам удастся взломать систему и повлиять. Ну, заходи локом уже. Ствок власти. Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа. Ты андроидом на созвездиях будешь? Угу. На Белин и Макгрегор на боссе. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Для блага Вселенной эту планету необходимо. Там все от скорости разбития. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Ну от хилов, конечно. Сколько хилов у нас? 4. Без ДЦ. Макрос на метку есть у кого-то? Какую метку? Здесь, наверное, самый красивый босс, вот этот Алгалон. Он мне в РК скинул в макрос на метку. Слышь, Войд, я первый вот этот суровый остаюсь? Да, с лицом остаешься, он тебе гимн на хп потом поедет. Так это, а если раньше стаки наберутся, мне тогда прыгать надо будет в портал? Эту хуйню. Вы же по 3 стака ловите, а потом меняетесь. По идее, ты должен катиться. По 4. На 4 там 0 же материальности. Ну да. Так он будет босс, тот и останется, и все. Окей. Дайте лапу еще. Дайте кулак, представь. А что мне эти, что-нибудь надо протанчивать тут, когда не на мне будет агро? Ну звезды. Нет. Заводить, помогать лучше. Такие далеко от меня, и все. Короче, мирики могут умереть, да вообще, в принципе, РДД могут умереть от того, чтобы стоять в красных метках. От них надо убегать 3 штуки. Также будут взорваться звезды, от них надо убегать. Чем дальше, тем меньше урона. Никто не ауешит. А далее сразу вот Геру с пола немножко поауешили, как поели звезды, все. Ауе забыли, что такое. Точку мне зачем прожимать? Где? Что? Точку где прожимать постоянно? Когда будет кастрового удара, это как едкая гниль, короче. Он бьет 7 по 90 тысяч, что ли? По 100 тысяч. Ты в этот момент прожимаешь точку.
Все остальные заходят в темную ложу и там вот переживают, а ты остаешься здесь и жмешь штучку. Макгрегор готов? Да. Все, пуляй босса. Действия нелогичные. Все возможные. Ну, как говорится, не ударим, грязь. Лгал он, лох, блять, обоссанный. Кинь лужу под него. Ладно. Как-то немножко более равномерно. Пол на Макгрегора. Распространиться по этой комнатке. Моими глазами. На полный череп. Фризы пошли. Как раз 2004 года. Сейчас будут звезды и кара. От кара отбегаем, метку снимаем. Скажу какую. Череп слить. И черепа всем отойти. Сейчас будет взрыв. Отбежали от кара. Отбежали от кара. Убиваем дальше череп. Череп сливаем дальше. Есть гром и молнии откинут. Отбежали от кары. От кары отбежать. Кары отбежать. Череп сливаем. Мага хилим. Смотрите, создаю здесь. 4 стака. Вилин, забирай босса. Тебе. Созвездие, заберите. Под кары отбежали. Череп играемся. Череп играем. Какой-нибудь прист, останься здесь, переживи одна удар. Дыра, одна дыра, к ней избегайтесь. Забежались. Забежались. Бежали от кары, фога, подымай Феликса. Играем в череп. Сейчас другая взорвется. Казарак здесь. Какую-то сагу. Или в зоне взорвется. Так, давай. Блядь, а чего бьете ауешным дамагом, сука? Плохо. Падаем. Контролировать эти звезды самое сложное. Но у нас софт нет в рейде. Ну просто надо кидаем по звездам. Я вешаю череп на метку, смотрю, там уже бомба висит, дота какая-то. Ну, это не ок. Понимаете, что если две звезды вот сейчас взорвалось, это вайп. Давайте еще один трай. Вроде неплохо все было. Еще такой момент, надо разбивать после кары. И между карами надо успевать две сломать. Захил нужен тут бур с тобой, а тут захил, ну, долгий. Так как мы... Ладно, я хил аспектнусь. Призефилация. Тут гуляют созвездия по хилам. Не надо, не понял. Мне, например, долго висели. На Сатараке я видел тоже. Давай лучше Белин потанчит их. Че, в хилла спекаться? Ну, мне кажется, лучше будет, если захиливать тут сразу. Никто не падал от недохила, тут Филиппец что-то слакал. Ткар и... Ну, это не хил. И два вара, которые не зашли просто. Ну, это ж не вина хилов. О том, что вот звезду взорвали, да, три шамана цепаки костыли, и от второго взрыва уже не умрет весь рейд. 4 человека. Ну так это проблема не 3D, немного с головой не дружили, наверное, били две звезды, надо одну меточку бить. Давайте еще один раз тронем. На первый суровый удар одна звезда, одна дыра черная.
Два человека или три там сдохли. То ли не добежали, то ли что. Дубасик только умер. Только... Остальные до этого умерли. Там только два вара умерло и филипец. Больше никто не слакал. У меня непонятно, я вроде бы убежал от этой кары. Черная вот, дыра, Дубасик. Теперь понял? Там была черная дыра, две таких штуки. Мы еще одну разбили перед суровым ударом, то есть 5 звезд разбили. Там было аж две дыры. Как ловушка на лече она выглядит. Посмотри глазами в следующий раз. В нее надо забегать. В онлайне сейчас? Ну давай, билет да. Со звезди, с босса, с Макгрегором раньше. Что там Макгрегор, тебя выкидывает опять? Да тут, короче, отваливаюсь, походу. Это из-за того чувака, который заходит на ДК, что ли? Да. А почему он заходит на ДК? Он даун? Ебани ему, скажи ему, сейчас его этого по IP вычислить, блядь. Ну, это его чар, да, и он им играет, типа. Блин. Заходит, выходит. Слушай, это твой друг или кто это? Да, да, ладно, короче, этот отвалится, это хуйня уже началась какая-то. Ну если это не можешь ему сказать, что я вот тут, блядь, два трая делаю, играю, не? Что это за друг такой, что он просто по приколу заходит на адреса? Давай ты его доверишь ему персонажа, мы тебе ДК дам. Будешь им ходить. Пускай восстанавливается. Херня какая-то. Я так никогда не делал. Мне пишет, пусть человеком остается. Каким человеком? Кому? Ну, Макгрегор, блядь, этот. Я говорю, да, где один трай босс убьем. Он пишет, пусть человеком остается. Ты кому пишет? Ну мне, блядь. Типа, пусть Макгрегор кто? Человеком остается. Ну Макгрегор. Блядь, ну тот, кто на него заходит, блядь. На Макгрегоре кто сейчас? Сейчас хуй поймет. Заходи, Макгрегор, пока. Это ты, Макгрегор? Нет. Это не он, вот видишь? Почему он заходит на этого персонажа? По-моему, это Макгрегор что-то тут мутит. А да? Тут чувак да, нормальный. Да, смотри, обсирание пошли, блядь. На 100 грамм, ну зачем, блядь? Хули он въебывается, блядь. Кто? Макгрегор? Друг этот? Друг Макгрегора. Ну тут либо надо... Хабиб, что ли? Хабиб, ну, блядь. Да, ну вайт. Либо нам вдвоем танчить, либо тщеславие спекать. Траить или расходиться. Макгрегор, ты сейчас за него зашел? Да. Зачем? Я хотел с ним поговорить, он тут хозяин. Ай, пизда. Пизду, удаляй этого чара. Ну это, блин, не дело. Ты его делал. Что торможу? Дай пароль по-братски. Ты удалить хочешь? Я удалю и дам тебе своего ДК. Прежде чем удалить этот шмот, голдуюсь, а прочее перешли.
Нет, калмы. Просто это... Ладно, короче, я не буду за этого ДК заходить, и все, в пизду. Да удали его, блин. Что, зря одевал, что ли? Макгрегор, ты... Это не ты. Это не я сейчас. Он напишет. Смотри, сейчас запустит, наверное. Вот пидор. Вот пидорас, а. Короче. Блядь, Казарак, нет. Буду тончить босса. Не, давайте упадем. Макгрегор, ты пожалуйста, дай по-братски просто, по-братски. От души дай мне этот пароль и логин. По-братски просто дай. Я тебе всего добра. Ну не будем, этот дурак не спулил и не танчит. Тарас. Падайте, не пишите ничего в чате. Ладно, давайте не будем мучиться негативные эмоции. Сейчас просто накинем ВП и пойдем в ВК. Да не пиши, копай ничего. Ничего страшного. Бывает. Ты дырка. Не видно тебя, дырка. Зайди. Сейчас зайдет дырка. Уверен, что он зайдет. Я знаю, он зайдет, но это тупой какой-то. Ладно, давайте накинем ГП. Что бьем его? Мы не убьем с этим ДК. Кикни его просто и все, и пошли, вон Чеславия спикнется и все. Ёп, я уже телепортировался. Аварал спикнется, блять, похуй. Сейчас и так 23 уже. Да не, это надо учить людей, блядь. Это надо, чтобы люди хотели убить, а не так, как мы пришли в небо смотрим, блядь. Накидываю ЕП. Стой. Охуенный друг у тебя. Это точно твой друг? Мне кажется, Макгрегор нет дырка. Макгрегор вышел из дырка. Олег, ты начислил ЕП? Нет, еще. Подожди, я крестом. Я писала в РК. Хорошо. Да, можете портоваться. Сейчас я накину. Мага моего кикнули? Кикнули. Да, я вижу. Пока уже поздно, да? Полный драконов, са? Оз 25. Всем пока. Я там чистил ее, по-моему, уже. А, кто был не с нуля?